За что задержан? За то, что раскладывал секрет. Раскладывал. Еще раз скажи громко. Давал пробники с секретом. А что за секрет? Секрет. Секрет это? Это правда. Квантовая физика. Говори погромче. Квантовая физика. Правильно. Понятие. Понятие, правильно. Подожди. Ты раскладывал закладки с квантовой физикой? Да. С ответом готовым. А? С ответом готовым. С ответом готовым? Да. Ну, это в порошке, да, у тебя было? Нет. А что, бумажки у тебя там? Диск. А? Это диск. Диск? Диск с фильмом. С фильмом. А, что, у тебя с дисками задержали, получается? Он мне просто как бы наставил на правильный мир, на правильно, на жизнь. Закладка? Закладка, секрет. А, закладка секрет, да? Да. Я в первый раз такого встречаю. Порошок обычно людям попробуйте людям. А, ты нам попробовать предлагаешь порошка? Да. Где работаешь? Я в такси, ну, как бы, с самого извоз. Частник, да? Да. Учишься где? На... Как сказать, учусь, но пока не был на втором. Ну не ходишь, да, туда? Да. Ну, так а учреждение-то какое у тебя? Технику. Какое? Экономики и право. А находится он где? Город Москва. Техникум так, имени Красина. На третьем курсе должен быть. Ты в Москву ездишь учиться, что ли? Ну я. Подпись. Сразу же. Ты что рисуешь тут? Это роспись у тебя такая? Да вы так расписываетесь, Андрей? Угу. У него сложная подпись. Как? Расписываюсь. А подпись сложная. Смотрите, как я расписываюсь. Я хочу сам смотреть. Все, давай, мы отвернули голову. Давай. Отвернитесь все. Все, отвернулись. Ты зачем сотрудникам полиции хотел предложить свой секрет? Чтобы они узнали и правильно все поняли. Давай погромче говори. Чтобы они поняли. Что они поняли? Я не милиции хотел предложить секрет. Ну тебя же поймали, ты изначально же тоже сотрудники полиции. Сотрудники ты им полиции. Предлагал. Сотрудники полиции должны знать, как жить. А, они должны знать, как жить? Да. Они не знают.